друзья, сегодня мы находимся в очень красивом месте среди гор с видом на море. А море совсем чуть-чуть, но оно есть. Вокруг никого и ничего. Это расположение нам позволяет гулять до утра. Плюс здесь пакет приводном, я его называю. То есть это проживание гостей, проведение выездной церемонии и банкета. Это всегда очень удобно. Сейчас монтируется площадка у меня за спиной, там будет выездная церемония. А в обратном направлении у нас банкет. Сегодня у нас интересная свадьба, русско-корейская. Половина гостей приехали аж с Южной Кореи. Мы постарались максимально учесть их традиции и насытить программу интерактивами, чтобы традиции перекликались. То есть у нас сегодня будет смешение русских и корейских традиций, будет очень интересно, поэтому следите и смотрите дальше. Сегодня у нас очень интересная концепция свадьбы. Она называется «Созвездие Сео». Сео – это их общая фамилия. Каждая пара имеет свою историю любви, и так совпали звезды, что они сошлись. И сегодня и сейчас они создают свой мир, свою вселенную, свое что-то уникальное и неповторимое. Поэтому вся программа, декор пронизаны маленькими детальками, которые окутают всех гостей в эту космическую атмосферу. Будет очень интересно, завораживающе, и я думаю, гости запомнят этот день надолго.